И, друзья, вы знаете, мне хочется, чтобы мы с вами сегодня услышали песню, о которой мы говорили в программе, но которая звучала несколько в ином варианте, в первоначальном таком варианте. Но вся страна наша в последние десятилетия знает песню «Белой акации грозди душистые» совершенно в другом варианте, да, который был написан Матусовским и Баснером специально для фильма. И я хочу, безусловно, чтобы она прозвучала в нашей программе. Встречайте, заслуженная артистка Республики Дагестан и Республики Хакасия Наталья Манулик. Спасибо, спасибо. Наталья Манулик. Спасибо.